Привет, это карта дня на картах иллюминатов Таро. И что вам принесет день, актуально тогда, когда вы нашли, что даст день, какая энергетика будет? Шестерка пентаклей, день принесет новые деньги, или что-то, какая-то удача будет в деньгах. День принесет, сохраните какие-то деньги, не купите ничего лишнего, здесь денежный день. День работы, благополучия. День, когда вы что-то купите удачно или продадите. А день принесет вот это отдых. Нужно отдыхать, повешенный, и не перерабатываться. Тут жезлов энергию даст. Энергичный день. Можно будет какую-то активность сделать физическую. Энергия пополнится, будет какая-то новая идея. Новый шанс на успех. Что еще принесет день? Тройка меча – это какие-то трудности. Может быть, будет плохое настроение в какой-то части дня. У кого-то, не у всех, конечно, проиграется тройка меча, но где-то вам будет обидно, чего-то жалко. Может быть, жалко денег. Туз пентаклей это вот это небольшая покупка, но вы будете себя корить, что вы зря это купили, например. Не обращайте внимания. Ну, бывает, всякое бывает. Нужно себе уметь прощать. Еще карта справедливость и карта десятка жезлов. Видите? Ну, вот если вы послушаете совет, что был на тройку меча, чтобы не волноваться о том, что было да прошло, или там потратились на что-то. Высшая сила дает вам справедливость и восстановится силы. Также я смотрю, что карта десятка жезлов говорит, что вы сейчас движетесь в правильном направлении. Высшие силы вас поддерживают и говорят, что еще немножко осталось, последний шаг перед тем, что вы будете видеть успех и результат своих трудов. Такое сильное солнце, но я надеюсь, что что-то видно вам. Мне это хорошо, карты видно. Надеюсь, что и вам хорошо видно. У вас все будет хорошо и замечательно. И я знаю, что мы скоро с вами обязательно увидимся. Прошу высшие силы, светлые силы добра, ангелов-хранителей, ангелов-спасителей, духов рода по материнской и отцовской линии. Прошу научить меня ваше имя. Что делать, чтобы мое добро оставалось со мной и приумножалось? Чтобы мое добро, ваше имя, оставалось со мной и приумножалось? Чтобы мое добро, ваше имя, оставалось со мной и приумножалось? Высшие силы знают, что делать. Высшие силы дают желаемое. Высшие силы находят путь. Высшие силы открывают дороги на счастье. Как на небе звезды яркие, как на небе звезд не сосчитать. Как в море рыбы много, и как в море рыбы не сосчитать, так пусть в моей жизни ваше имя будет счастье, деньги, достаток и любовь. Да будет так, аминь. Я благодарю Творца за исцеление меня и всех тех, кто меня сейчас слышит, от любого негатива, порчи, сглаза и даже родового проклятия. Помоги мне, Луна, Госпожа, Царица Небес, подари мне море чудес и кошелек мой набивай деньгами. Помоги мне, Луна, ваше имя,
Царица небес, подари мне море чудес и кошелек мой набей деньгами. Помоги мне, луна, ваше имя, госпожа, царица небес. Подари мне море чудес и кошелек мой набей деньгами. Матушка луна, в руках моих ключевая вода. Мне помоги, богатству удачу верни. Матушка луна, в руках моих ключевая вода. Мне помоги, ваше имя, богатство удачу верни. Матушка луна, ключевая вода, мне помоги, ваше имя, богатство удачу верни. Столько, сколько звезд на небе, столько, сколько рыбы в море, чтобы в моем кошельке было много денег. Столько, сколько звезд на небе, столько, сколько рыбы в синем море, чтобы в моем кошельке ваше имя было много денег. Столько, сколько звезд на небе, столько, сколько рыбы в синем море, чтобы в моем кошельке было много денег. Матушка луна, матушка вода, дай мне добра. Спаси, сохрани. Дай мне добра, ночная владычица. Матушка луна, дай мне ваше имя. Добра, спаси, сохрани. Дай мне счастье, владычица. Матушка луна, дай мне ваше имя, добра. Спаси, сохрани, дай мне любви, ночная владычица. Кто меня не знает, я Лена, я живу в Канаде, сама я с Украины и с удовольствием делаю для вас расклады. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если есть возможность и желание, меня можно иногда побаловать пирожком с повидлом. А это можно сделать на моем сайте. Переход на сайт есть под каждым видео. Или это можно сделать как спонсорство канала. Благодарю вас от души. Обожаю вас. Знаю, что вы будете богаты и счастливы. И скоро увидимся, мои дорогие. Пока-пока.